Вот я подставила эту штуку, я могу ее сейчас убрать, чтобы она... это чтобы чуть-чуть побыстрее остыло. Вот сейчас в печи 79 градусов. То есть, в принципе, лучше, конечно, остудить еще сильнее, но, в принципе, печь мы можем открыть, потому что та керамика, которая внутри есть, она все равно температуру поддержит. Вот здесь сидит такая ваза. То есть форму вместе со стеклом вы снова помещаете в печь, она уже... Да. И уже немножко при другой температуре, при температуре в зависимости, опять же, от ситуации, но вот эта конкретно ваза проседала при температуре 680 градусов. То есть при меньшей, чем происходит фьюзинг, чтобы правильно просадить, чтобы не поползли края, чтобы не было пузырей, тоже есть свои технические нюансы, тоже нужно понимать, для каждого проекта своя температура, но вот такая вот вещичка. Вот доставать сейчас не буду, потому что все-таки горячеватая, но аналог этой вазы вот стоит у меня на столе беленький. То есть это ровно из такой же формы, просто вот из другого стекла.